Миллионная партия масок поступила в еврейскую автономию по поручению губернатора области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ростислава Гольштейна. Большую помощь в приобретении оказал депутат Государственной Думы от ЕАО Александр Петров. Средства защиты будут выдаваться в местах массового скопления людей. Мы понимаем, что сегодня кто-то забывает маску, кто-то еще не берет маску с собой, у кого-то не хватает средств, да? Но люди не должны страдать. Мы все сегодня боремся с большой инфекцией, то есть с инфекцией, которая, в принципе, покорила весь мир. И хотелось бы, чтобы все это быстрее закончилось. Но чтобы быстрее закончилось, нужно соблюдать меры гигиены и меры санитарной защиты. То есть одной из мер – это является ношение маски. Только автоперевозчики Биробиджана получат более 35 тысяч масок на месяц. Где и как получить средства защиты, им объяснили в мэрии областного центра. Дарья Куприна, Кирилл Богаченко, Новости 21.